Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, а играть мы с вами будем в конвой. Игра, в которой можно будет создавать свой собственный конвой из различных развалюх. Ну и, разумеется, можно будет их прокачивать. А это все нужно для того, чтобы найти запчасти. Ведь наш корабль приземлился здесь, он немного поврежден, его нужно восстановить. Блин, я сам не понял, что сказал. Ладно, вот наш... первоначальный конвой, самые стандартные развалюхи, ну и самая стандартная главная машина ГМК. Главная машина команды. Ладно, начинаем. Добро пожаловать в конвой. Ваш корабль пережил ионный шторм и получил критические повреждения основных систем. Он был вынужден совершить аварийную посадку на планете Отек Прайм. Капитан приказал вам исследовать планету и найти запасные детали. С этими деталями корабль сможет продолжить свое задание. Окей. Капитан хочет, чтобы вы собрали и доставили на корабль следующие запчасти. Понятно? Отек Прайм — это мир полный опасностей. Три фракции борются за контроль над планетой. Каперы, рейдеры и Торвак. Большинство доводов в споре здесь сводится к насилию. Суметь выжить в этом жестоком мире — вот ключ к успеху. Ну что ж, какие вопросы? Вперед! Это, друзья, карта мира, и нужно выбрать место, куда мы отправимся в первую очередь. Давайте посмотрим. Оба-на! А синий чип, в общем-то, находится недалеко. Можно было бы поехать по горам, но это, честно говоря, не очень круто, потому что там перемещаешься ты медленно и расходуется гораздо больше топлива, поэтому лучше использовать дорогу. Стоп. А это что-то интересное, давайте-ка заедем сюда и посмотрим. Сигнал вроде идет с одиноко стоящего гаража неподалеку, странным образом расположившегося в пустыне. Давайте посмотрим. Человек по имени Глен Метью, который клялся, что он простой рабочий, встречает вас снаружи гаража. Он спрашивает, можно ли ему посмотреть на ваши машины. Выстрелить в него или разрешить? Блин, я даже и не знаю, давайте выстрелим. Будучи обезоруженным, Глен не начинает борьбу. После исследования его тела и гаража вы не находите ничего плохого. При этом вы не находите ничего, что указывало бы на его связь с любой фракцией. Он был просто невиновным человеком. Да, это было грустно, но мне сразу сказали, что здесь все решается с помощью насилия. Я не стал рисковать, это могла быть засада. Никогда не знаешь. Есть так много способов описать песок, и у вас они уже закончились. Моргающая вывеска неоновых огней и лазерного шоу видна издалека. Приблизившись, вы видите неоновую вывеску, гласящую «Шоу сюрпризов Селвина». Вы видите большой подиум с тремя дверями, пронумерованными от 1 до 3. Женщина в блестящем костюме и смешной шляпе стоит за тумбой на вершине подиума. Сразу за ним вы видите две большие турели с впечатляющим вооружением на борту. Вы подозреваете, что они могут уничтожить весь конвой одним залпом. Женщина анонсирует: «Леди и джентльмены, пожалуйста, поприветствуйте наших последних претендентов». Из-за отсутствия аудитории вокруг стоит тишина. Ну давай, атаковать. Нет, атаковать я не буду. Страшно. Вошли на подиум. Женщина продолжает. Замечательно. Добро пожаловать на шоу сюрпризов Селвина. Я ваша направляющая Мэрилин, и вы можете соревноваться за 50 болтов. Позади одной из трех дверей находится новый шлеподрон, хранитель. Готовы присоединиться к вашим приключениям. А за двумя другими козлы. Что скажете, готовы заключить сделку? А давайте. Дверь номер 1. Это так волнительно, леди и джентльмены. Наш претендент выбрал дверь номер 1. Прежде чем ты продолжишь, давайте покажем, что находится за дверью номер 2. Мэрилин направляется ко второй двери и открывает ее, показывается козел, сделанный из картонных коробок. Кажется, вы уклонились от козла, что делает вас на одну ступень выше к обладанию дрона-охранника. Хорошо подумайте. Хотя я могу и предлагаю вам выбрать дверь номер 3. Вы останетесь за дверью номер 2 или пойдете к двери номер 3? Давайте оставимся, ну, с нам. Первую дверь. Мэрилин направляется к выбранной вами двери и открывает ее. Появляется дрон-защитник. Поздравляем, наш претендент сделал правильный выбор и получил этот замечательный, удивительный кусок технологии.
Вдруг из ниоткуда появились конфетти и множество шариков, скрывающих все вокруг. На сегодня это все. Время уезжать, пока хранители не узнали, что мы украли их машины. Спасибо за просмотр, увидимся завтра. Такс, у нас есть дополнительный дрон, то есть в боях будет уже попроще. Но вот только есть проблемка с топливом, друзья. Это что такое? Давайте сюда заедем. Сигнал поступает из старого салуна. Перед салуном припарковано несколько старых машин, выглядящих так, как будто их не заводили очень давно. В воздухе ощущается зловоние. Салон выглядит очень спокойным, очень мертвым, очень заброшенным. Но внезапно огромная женщина вваливается через центральные двери и кричит вам и вашим людям зайти внутрь. Вы и ваша основная команда входите внутрь. Все покрыто паутиной и пылью, кроме сцены, которая сияет, будто ее полировали каждый день. На сцене молодой человек в длинных джинсах, тропической футболке и шляпе. Он представляется как Мишель Фриц и начинает рассказывать шутки. Большая женщина начинает разносить напитки людям. Кружки выглядят новыми, будто... Я не хочу рисковать, я не буду пить. Вы тихо сидите и просто смотрите на выпивку. Остальные начинают пить, и через несколько минут они уже все рыгают, как дикие, или лежат в бессознательном состоянии на полу. Вы встаете, чтобы помочь им, но вам дают чем-то тяжелым по голове сзади. Когда вы просыпаетесь, женщина нависает над вами, держа в руках ваш пистолет. «Я застрелю ее!» Она замечает ваше внимание и бьет по лицу прикладом своего оружия. Когда вы просыпаетесь перед салоном, все ваши вещи пропали. И вы обнаруживаете себя без одежды. Оставили только трусы. Кажется, женщина и комик полностью обчистили это место. Так что вы собираете команду и уходите. После надевания новой формы, разумеется. Готовить месть. Судя по следам, у вас есть догадка, куда они могли поехать. Да начнется охота. Так, куда они могли поехать? Я хочу отправиться за ними. Так, 73 километра. Я сделаю это. Я догоню их. Во что бы то ни стало. И покараю. Вот это место. Да начнется. Вы замечаете обломки, частично занесенные песком. Вдавить педаль в пол. Я сейчас занимаюсь совершенно другими делами. Вот они. Убить их всех. Фух, битва начинается, друзья. Наша первая битва, и это... Черт возьми, вот это наш новый дрон. Он просто офигенный. Это супер имбовый дрон. Так, ну а это две наших машины. Наверняка вы, друзья, видите впервые бой в этой игре. Если вы в нее не играли, это логично. Поэтому выглядит это примерно так. Есть наш конвой, его нужно защищать. Есть... Ого, еще озвучка русская. Есть наш супер-дрон. И он творит ужасные вещи. Вы видите. А есть обычные слабые грузовики. Так, проблема. Там либо мина, либо какая-то гора. Надо увернуться. Эй. Атакуй. Давай. Это последняя машина. Она уничтожена, друзья. И это победа. Вы удовлетворенно ухмыляетесь, осматривая поле боя. Ни один из них не выжил. После осмотра обломков вам удается восстановить 93 болта и 28 бензина. Сладкая месть совершена. Хе-хе-хе-хе. Да, не думал, что наша первая битва будет именно такой. Ближайший лагерь где находится? Сколько до него ехать? 73 километра. Давайте съездим. Надо бы закупиться бензинчиком. Надо бы закупиться какими-нибудь, может быть, вещами полезными. Эх, зачем я поехал через горы? Надо было ехать по дороге. Ну ладно. Пересекая эту часть пустыни, вы замечаете несколько обломков. Давайте глянем. Один из обломков все еще работает. Взять. Да. Я нашел фрезер. Выдвижное оружие добавляет дополнительные повреждения при атаке тараном. Ну, я таран практически никогда не использую, поэтому пускай оно лежит. Или можно будет его продать, наверное. Давайте. 20 болтов. Неплохо. Так, у нас есть болты. У нас есть бензин. Надо бы купить еще немного бензина, но стоит он, блин, дорого. Черт, очень дорого.
Ладно, если у нас будет много бензина, мы сможем далеко уехать. А вот оставшиеся я потрачу на ремонт. Такс. Мне нужно отремонтировать вот это. Ну, конвой пока ремонтировать не буду. Слишком мало денег. Покидаем лагерь, здесь больше ловить нечего. Отправляемся дальше искать. Синий чип, 200 километров. Катушка 350. 283. 244. Ладно, поехали, синий чип, он ближе всего, и тут дорога к тому же рядом. Можно будет легко до туда добраться, я надеюсь. Пока другие точки интереса я исследовать не буду. Ну блин, с дроном очень повезло. Реально безумно мощная вещь, да вы и сами видели. Путешествие по пустыне, порыв ветра раскрыл вам провокатор закопанных в песке. Провокатор закопанных в песке, ну давайте возьмем. Что это такое? Это устройство заставляет противника захватить в цель объект излучения сигнала. Прикольно, можно будет отвлечь внимание от нашего ГМК. Может пригодиться. Так, до синего чипа осталось всего-то ничего. Вот это место, и там может быть что-то ужасное. Вы пересекаетесь с одиноким человеком со значком бутерброда. Взорвать его на куски. Кажется, вы совсем не любите рекламу. Вы оставляете от человека небольшую горку пепла. Ну, бывает. Бывает. Ну, я уже сталкивался с красивыми вывесками. Чем это закончилось? Забрали одежду? Судя по оставленным на множестве машин следам разрушения, вы можете только предположить, что рядом банда Джеймса Фэя. И только небольшая скорость его банды дает вам достаточно времени, чтобы нагнать ее. Если у вас еще есть дела, сейчас самое время. Мы готовы, поехали. Зажигаем! Ну, посмотрим, насколько они будут сильны. Ой. Чё, ты их много-то-то так-то? Так, распределяем наши войска. Поехали, используем еще и оглушение. Давай. Использовали, отлично. Давай, добьем сейчас вот эту машину спереди. Шикарно. И начинаем валить другие машины. Пока все идет супер хорошо, но, блин, наши две стандартные тачки, они супер слабые. Вся сила в дроне. Все остальное как бы лажа. Реально полная лажа. Мы одну машину не можем расстрелять. Просто у дрона стоит две ракетницы, это реально круто, и пробить его практически невозможно. Как мы можем видеть. Вы успешно победили первую волну нападающих? Кажется, Джеймс Фэй наконец-то украсил этот мир своим появлением. Вот оно, если вы сейчас его победите, синий чип будет вашим. Ну, окей. А вот и... Ой-ой-ой. Ладно. Ладно, надо сперва справиться с врагами. Слишком как-то больно бьют по нашему конвою. Так, вся жесть, какая жесть. Похоже, я немного перепутал. И не стоило нападать вот так вот в лоб. Так, мои тачки находятся совсем не там. Он что, он тоже Джеймса Фэя атакует? Он сам по своему стреляет неплохо. А как это так получилось? Ай. Вот эта средняя тачка, она стреляет по своему боссу? Я что-то прям немного не понимаю. Так, давайте поможем, приближаемся, тоже начинаем делать это. А стоп, они еще и по моему конвою стреляют, лучше не рисковать. Убили, хорошо. Все войска отправляем вперед. Давай. Мы должны как-то защитить наш конвой. Оглушаем. Окружаем. Выше, поднимись выше. Фух, это было опасно. Да, мощи, конечно, не занимать. Ну, справится ли один дрон с ним? Я могу протаранить его. Оба-на, получилось таранить. Я могу еще таранить. Будем чисто с помощью тарана его пробивать пытаться. Так, что пока все идет неплохо. Если мы будем его станить постоянно,
А как часто можно станить? А, вот, идет перезагрузка. Довольно часто. Давай, 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 давай. Пускай две машины уже уничтожены, но главный дрон остался. Таких бы штуки три иметь, и это классно. Вся банда Джеймса Фэя в руинах, и вы наконец-то можете забирать свой приз. Синий чип R998X, который использовался системами Джеймса Фэя в его машине разрушения. Рытьем через все обломки вам удалось восстановить 60 болтов и 30 топлива. Нормально, 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 нормально. И первая главная задача выполнена. Большое вам, друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, пишите в комментах, подписывайтесь. Буду всех рад видеть. До новых встреч, удачи, пока.